Всем привет, а теперь разберем песню «Район и кварталы» группы «Звери», которая популярна в караоке и подойдет для начинающих. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Теперь вы. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Заметьте, что вначале я поймал, мы пели вниз, а привыкал, поем вверх. Ярко-желтые очки. Сердечко на брелке, развеселые зрачки, твое имя на руке. И вот развеселые очки в последнем куплете поется иначе. Развеселые очки, зрачки, развеселые зрачки. Последним, а в первом и во втором поется так, как я уже показал. Развеселые зрачки. Вот так. Теперь припев. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Второй раз. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Для кого-то эта песня покажется простой, но я слышала и такие варианты, когда тем, кто кажет, у кого она кажется простой, пробовали ее петь, и получалось у них как-то все на одной ноте, а несмотря на это, ноты там все-таки есть, и диапазон у песни есть. Например, самая нижняя нота в песне – это ми малой октавы, а самая верхняя – это фа первой октавы. Получается уже больше одной октавы диапазон песни. И все эти краски, которые присутствуют, хорошо знать, чтобы она у вас получилась все-таки эффектной, а не просто вы бы проговорили ее как речитатив. Какие еще песни из русского рока вам нравятся, и вы бы хотели, чтобы я их вам показала, как их исполнять по нотам, напишите в комментариях и не забывайте подписываться и ставить лайки.